вот она слава, о которой я говорила совсем недавно, пожалуйста, вот они деньги, и даже ничего делать не надо, а можно уже прям вот добро нести, да, взяв эти деньги. А я не могу. Я не могу и не понимаю, зачем. Просто помню этот день, когда я еду в транспорте, смотрю на небо, не смотрю никуда больше, и говорю, что я шага не сделаю, пока не пойму, зачем, в чем смысл. Там было написано, что основа вот жизни такой хорошей, правильной, это пост, милостыня и молитва. И такое озарение сразу произошло. Я понимаю, что вот же, ну как же просто. Три слова. И все.